Всем хорошо в доме. Чеченское дома, блюдо хорошее. Проявите гостеприимство чеченское дома. Вот что ты скажешь Зеленскому? Что ты сказал бы? Нам не нужна эта война. Не нужны эти смерти. Не нужно, чтобы дети и матери наши, жены умирали. А кто вас тренировал? Украинцы или наемники? Украинцы учили вас, да? Патриот, по-твоему, Зеленский он? Или он кто он? Враг или он друг? Для украинского народа. Десятки тысяч убиваешь, от этого там ни холодно, ни горячо там для руководства так называемого украинского государства. Там сидят бандеровщины, да, и все управляют. Да. Даже не знают, где бригады. Да. Мы даже не знаем, где офицеры находятся. Офицеры, командиры, где находятся, не знают. Да. А у вас какие соцпакеты? Да? Ничего не дают. Вы рады, что вы в плену? Да? Они с нами хорошо относились. Давали кушать. Кушать давали, не били, не обижали. Обращались. Обращение хорошее было. Им дела нету до своих жителей. Им главное получать бесконечные транши денег, которые они потом разбрасывают. И вот таких бедолаг потом закидывают. На фарш. Ребята там за эти несколько дней побывали на различных базах, в штабе, на передовой. Они-то приехали подольше, чтобы там остаться. На месте ответственный Адам Дельманов. Другие командиры, они настояли, что вот ребятам еще школьный возраст, что им надо учиться в школе. Попросили очень передать просьбу, что там на сегодняшний день нет никакой необходимости. Вот сейчас я скажу Кадырову, да, он делал для своих детей рекламу, отправил и вернул обратно, скажет. Я же тебе сказал, да, оставишь их там дома. Рамзанович, они как бы мы ни поступили, все равно будут говорить такие вещи. Это их хлеб, это их деньги, что-то говорить постоянно, какие-то подколы делать. Но мы видели ребят на передовой, в частности, с Замедом были, с Рустамом были, они прямо на точке соприкосновения были. Везде все базы передовую посетили, гуманитарные акции провели. Сейчас деньги дома, руководство дома, выспывают, совесть на вочь, молодость выдавать, это вочь, паспорт, да, это вочь, министерство, это вочь, мэрия, это вочь, ГИБДД, это вочь, обещает министерство молодежи, латли вочь, уэдри, это вочь, а ведь там это начинает дома. Вала, гаитнак, дух, мусал, дубадок, вещь, хороший пример для всех жителей, не только республики, для всех россиян. Но наряду с нашими бойцами, с нашими братьями там на передовой, члены непосредственно вашей семьи, вашей старшей дочке, сыновья, все они присутствовали, в окопах присутствовали. Масырец, Радырец, Рамзанович, да, Сидва. Будет, да. Хорошо, обращайтесь, кормите, да, теплое место, горячее питание, да. Мы выйдем на командование, да. Сделаем так, чтобы они воссоединились с семьями, да. Война – это плохо, мы видели, да. Мы знаем, что такое разрушение. Когда я первый раз брал в руки автомат, мне не было и 14, да. Я всю свою сознательную жизнь, так можно сказать, с автоматом в руках, да. Защищая, да, свой народ, республику. Нас тоже вели в заблуждение, вот нам тоже отправили своих представителей, да. Вот западные европейские государства. Наемники были больше из 50 стран мира. Их снабжали, да, все институты, которые разрабатывали стратегии через Чеченскую республику развалить суверенное государство, мы разрушили, уничтожили. И то же самое сделаем, да, кто хотел разрушить через Украину, да, зайти в Россию. Этих всех шайтанов, да, мы их всех уничтожим, не оставим, да. Цель, да, всю жизнь воевать против них. Когда с нами встречаются, да, великие азовцы, да, бегут в подвал, да, и сдаются, как плачут, да. Когда они слышали Ахмад Сила Аллаху Акбар, у них ноги дрожали, ноги и руки дрожали. Мне обидно за вас, за украинский народ. Будем надеяться на хорошее. Ахмад! Сила! Дакмир! Аллаху Акбар! Будем рады, что? Войвежа Шантеда, гуманитарная помощь фонде Аман Угар. Гандасайи Арбист Халат, Базин Бейш, больницы Дагартха, цена, игрушки, финансовая помощь, продукт, одеж, цель. Дом культурушку давар. А вот идуешь там, дай бы ты, если наладишь. Да, можешь. Уже пригласить бы на тахцель, министр Цауч, официально уже письмо Шазин, чтобы пригласить пеш так. Свои мероприятия запланировать интеграционно в обиву. Вот иду военку. Дом культурушка, аппаратур, шар, так, инструмент, шнайла. Его массовым дерезал, або дерезал, подавать одна. А Алла, другой он чертак. Она острова. Vamos a dar esto, bueno, a
да, блядь, взаимодействие, есть вода, где знала, что да, где... Санхай на выдолч, а махалей там, да, вой, на, тут дикая, да, санхай вешу, сам первый необходимо, все шел, да, полностью инструмент, что он, сам вешал, он взаимодействие надо делать, что он выдолч, да, он приглашает, пеш, войнеш, да, болоч, амраш, да, он без культуры нет нации, да, он радует, мы дышим, а Мархаджи все начинал вместе, да, поэтому у нас получилось так, основание, да, заложено было во всех направлениях, то же самое, да, он, вот им тоже надо давать правильные советы, как развивать культуру. У нас есть хороший опыт, ты все это прошла, да. Амад Хаджи всегда говорил, ты станешь артисткой, да. Стала министром, да. Поэтому надо работать, да.